Здорово, ребят, с вами Вула, на ваших экранах Ring of Elysium, и сегодня я покажу вам катку из игры, в которой, используя режим крысы, можно с легкостью добираться до топ-1, ну, хотя здесь будет небольшой сюрприз, но все-таки можно вполне себе активно и хорошенько играть, но в начале игры вам придется очень много сидеть, поэтому я все это начало промотаю, и мы сразу перейдем к концовочке, там, где развернулся самый замес, где, ну, в принципе, и бывает все самое интересное. Так что смотрим. Мы, короче, взбираемся на гору. Мне что-то показалось, там сверху аэродроп. Так, ты оружие там сразу готовь, потому что всякие твари тут могут стрелять по нам. Просто, блядь, сбираемся. Наклон почти 90 градусов, блядь. Да, это охеренно. Че, сюда полезем? Сейчас, подожди, посмотрим сверху, что тут, как, куда тут можно проехать. О, поедем дальше. У нас ралли. Горный Дакар. Ага. Париж дакаркался, блядь. Спереди домик, блядь. Ну, можно держаться домиков подальше, а можно пойти отпороть там. Ты не забывай, у нас это катка режим крыса. А, да, тогда все. Режим крыса активейтед. Давай, может, здесь тогда? Не, не здесь. Мы с тобой, знаешь, что сделаем? Мы с тобой спрыгнем. И полетим вон туда. Так, теперь останется заныкаться в складках местности. А как гранаты менять? Ну, у меня просто две обычных и две... Это если кидаешь, ну, у тебя на основную клавишу бросок левой гранаты, а на второстепенную бросок правой гранаты. А, ну в любом, короче, надо на 5 нажимать. Да, да, да. Может, полетим уже? Да подожди, нам долететь 30 секунд, даже меньше. Долетим. Мы же играем в крысу. Хули. На самом деле, самый заруб начнется в конце. То есть, особенно как сейчас, 24 человека еще. Тут, блядь, еще... Ибо чем больше сейчас людей, чем раньше мы полетим, тем больше шансов, что нас снимут на подлете. Я чуть нахуй не пролетел немного. Я чуть нахуй не обосрался, блядь. Когда у меня в прицеле какая-то хуйня большая, блядь, была. Я, кстати, помню, мы с чуваками играли, на рога оленя приземлились. Вон того. Охуеть. Слетели тоже откуда-то. Предлагаю лететь. Потому что уже появился снег, и мы будем под прикрытием снега. Так. Ты вперед нажимаешь или просто уплетишь? Нет, не, 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 вперед это он вниз наклоняется. То есть ничего жать не надо. Просто вправо-влево. И все, полетим туда, в краешке. В край а зоны. А можно было бы нажать F, нахуй, вниз упасть, блядь. Ну да, нельзя. Я же сказал, нам летит секунд 30 до зоны. Как раз вот мы вылетели. Заебись, да, снег идет. Охуенно. И нас не видно, как... Не, ну, видно, конечно, те, кто снизу, но те, кто далековато... Я думаю, вряд ли они будут наверх смотреть. Ну, да, вряд ли. Так, как теперь... правило, нас стреляли, потому что видели, что мы... Вниз так, теперь и... полностью. А вон чел летит. Да-да-да-да-да, два! Такие, тут, такие блядь. Же летунцы. По ним стреляют. Так, а мы куда летим? Мы летим куда-нибудь в складочке местности. Кстати, вон там зона. Мы, кстати, близко к зоне, идем в зону. Заебись, да? Отлично, отлично, отлично прилетели. Я говорю, крыса стайл работает всегда. А прикинь, справа за пригорком челы сидят тоже. Не, ну не так, видно. Так, я посмотрю. Если увидишь, кричи. Если успею, крикну. Только не сильно громко. О, дроп здесь падает, ёб твою мать.
Знаешь, что я сделаю? Пойду посмотрю его по контролю. Я сейчас сзади оббегу. Скорее всего, наверняка какая-то, блядь, захочет его залутать. И я ее завалю. На N челы, возможно. Ну, возможно... Летит к дропу. Понял, понял. На глайдере. Сейчас я уже... Я практически вижу аирдроп. Он уже приземлился, нет? Да, но он на крыше. Ага, понял. Блядь. У меня лаги какие-то. Он вниз упал. А, еще вижу, чел бежит. Давай, 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 ты смотри, там поработай по ним, мы с двух сторон по ним поработаем. Сзади, сзади нас, Паш, стреляют. Уходи ко мне, иди ко мне. Бегут, не могу уйти. Понял, я иду к тебе, значит. Ты отстреливать их можешь или нет? Он один там. А, один, понял, беду. Ну, он тебя видел? Нет. А, понял. Я к нему бегу. Ты тихо, может, смотри осторожнее, потому что не забывай, у нас тут еще чувак. Убил? Нет. Ой-ой-ой, он снизу вот. Убил. А, сразу убил. Да-да-да, все, он труп. Пошли посмотрим, мне патрончики нужны, наверное. Хотя нет, аптек. А, у тебя же аптек нету. Блять, у него и аптек тоже нету. Нет, у меня три аптеки, у меня в прошлой катке аптек не было. Так, коллиматор у него заберу. Так. Там, смотри, есть еще коллиматор. Так, интересно, тот чувак, который хотел аирдроп залутать, залутал его уже или нет? Так, все, это последняя зона. У тебя гранаты, кстати, есть? А у того чувака гранаты были? Не видел. Я вот что-то не заметил. У меня две домовухи и две Бля, у обычные. Него вообще гранат нету. Хреново. Так, аир... А, вот, смотри, куда летит. Так, надо как-то выбивать чувака, который сидит где-то тут в зданиях. Я не буду пока гранат кидать. Справа. Опа! Уходим, уходим, уходим. Я ложусь. Использую бинты. Повалил. Пока воевать не могу. Я его повалил. А где Путязина? Я пометил. Все, отлично, убили. А, тут еще кто-то! Help! Help, 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 help! Я лечусь. Ебать, пекло. Ты видел? Вон оно сверху, видишь? Я... Все, завалил. Пошли. Я не могу, я лечусь. Ты видел мое ХП? А, мое ты видел? Такое же самое. Так, 6 человек. Догоняюсь бинтами. Давай, давай, давай. Я сейчас тоже лечусь. На фулку. Так. Так, нам бы к зоне продвигаться. Точнее, не к зоне, а к вертолету. Хотя я вижу лестницу отсюда. В принципе, если полезут... Ты лестницу ж видишь тоже? У тебя же X4 есть? Да, вижу. Нет, не вижу. Да вон она. Вон, смотри, на вертолет. Тут еще один труп лежит. Да это я завалил. Гранат нету. Если что возьму, это бинты. Так, зона начинается.
осталось минуты, и на миникарте начнут подсвечиваться чуваки красненьким. Ты в курсе про эту херню? Угу. Так, давай потихоньку. Бля, не, ладно, не надо продвигаться. Сидим до конца, мы крыски. Я крыска, крыска, крыска. Упси. Так, с другой стороны чуваки стреляются. А зону посматривай. Ой, не на зону, а на этот, на вертолет. Блять, меня сюда. Я лестницу прям палю. Да, пали лестницу, я чуть-чуть тоже посматривать буду по сторонам, чтобы. Нас какая, блядь, не обошла. Потому что мне кажется, в домиках кто-то сидит. Вот сейчас начнется самое пекло, через 9 секунд. Противники начнут подсвечиваться. Смотри сразу на мини-карту, где все. 2, 1. Готово. Вон слева. Двое здесь где-то недалеко. Пошли, 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 потихоньку продвигаемся. Так, не забывай. А, вон, вижу. Так, повалил ты кого-то. Гранату кидай туда. Я не докину до туда. Докинешь, кидай. Так, я лечусь. А, все, убили. 2 осталось последних человека, которые далеко. Пошли. Я лечусь, лечусь, лечусь. Я подбегаю к домикам. Даже гранат нету у чуваков. Ладно, я заберу аптеку хотя бы. Так. Бросил домовуху вертолет. Блять, меня еще... видит. Я не вижу, откуда стреляют. Сэн, вижу откуда. Блять. Начинает пиздить больно. Ну мне жопа. У меня аптек нету. Бесполезно, блядь. Они за горой сидят, блядь. Я убил. Лутаюсь. Точнее, вяжусь. Блядь, сука! Все сдохли. Да, все сдохли, блядь. Я завалил, блядь. Но не было больших этих аптек, сука, закончились. Да у меня тоже 2 было. Никто не выжил. Сука! Ай, по статам... Ну мы первый ранг все равно, но блин, все равно мы сдохли. Обидно. Ну на этом все, ребят. Если вам понравилось такое видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, также чтобы не пропускать стримы. А для того, чтобы их не пропускать, не забывайте ставить колокольчик и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока.